Нора! Я их привел! Я сделал, что ты просила! Нет, не сделал. Ты собираешься обмануть меня? Мы связаны, Нора. Все мы. Нравится нам это или нет, мы семья. И ты тоже ее часть. Глупец. Похоже, мне придется убить и тебя. Барри! Мы вообще где? Мы мертвы, да? Нет, но кто-то скоро умрет. Это сделали твои дети, Барри. Так не должно было быть. Итак, семейный вечер игр. Хорошо. Но я настроена победить. Я не могу их найти. Силы как будто повсюду. Они вокруг нас. Как и положено силам природы. Вот почему мы их не видим. Они в силе скорости. Что сейчас произошло? Наверное, она сдалась. Нас много, а она одна. Нет. Нет. Нам не могло так повести, да, пап? Башир прав. Это еще не конец. Барри, ты меня слышишь? Да, я в порядке. Все живы. Ребята, над вами накапливаются электромагнитные частицы. Это из-за грозы? Нет, нет. Тут как будто происходит что-то вроде реакции ускорения прямо над Централ Сити. Оно становится все мощнее. Если оно наберет достаточно атомной массы, оно отскочит как резинка. Большой взрыв наоборот. Сколько у нас времени? Без понятия. Тут будто все четыре силы возвращаются к своему исходному состоянию, в котором они родились. Но наоборот. Если все так, то у нас осталось около 3 минут. Или меньше. Барри, ты не должен позволить силовой реакции достичь пика. У тебя осталось 2 минуты и 55 секунд до того, как сила отскочит назад и уничтожит весь наш мир. Мы слышали твои мысли. Видимо, это у нас семейное. Так что нам делать? Вот что. Меня зовут Барри Аллен, и я самый быстрый человек на Земле. Для всего мира я простой криминалист, но вместе со своими друзьями в Star Labs я тайно борюсь с преступностью и ищу прочих металюдей. Наш мир стал гораздо опаснее прежнего, и только мне хватит скорости спасти его. Меня зовут Флэш.